Здравствуйте, дорогие друзья! В этом вступительном видео я хочу рассказать вам, как же можно достичь таких результатов, а именно 10 тысяч рублей в неделю и значительно больше. Вот мы сейчас находимся на моем аккаунте на сервисе Globart, и мы смотрим реальную картину в реальном времени. В пятницу был осуществлен вывод средств сервисом Globart, и я свои деньги забрал. Сегодня среда, у меня на счете 24 374 рубля, а это значит что? Это значит, что значительно не предел 10 тысяч. 10 тысяч я заработал в первую неделю. На сегодняшний день у меня на счету 24 374 рубля всего лишь за 4 полных дня. И это не предел еще. Я уверен, что я преодолею планку и в 30 тысяч в неделю, и в 40, и в скором будущем, я думаю, что преодолею планку и 50 тысяч. И если вы будете внимательно изучать курс, а я в последних двух главах дам стратегию и тактику выбора товара, продвижения товара, тестирования товара, значит, вы будете зарабатывать так же. А как? Мы сейчас увидим. Мы спускаемся вниз и смотрим реально, сколько же за день у меня выходило. 2 860, 2 900, 2 268, 4 628, 7 300, 4 69, 3 488, 3 108. Я думаю, показатели говорят сами за себе, и вы тоже так хотите зарабатывать, и вы будете так зарабатывать, если будете выполнять полностью все то, что я вам дам в этом уроке, вы добьетесь таких результатов обязательно. Спасибо за внимание, до встречи в следующих уроках, жду вас с нетерпением.